Когда рубль начал падать, они все побежали покупать доллары. Словно тупое стадо баранов, которое пытается спасти свои накопленные копейки. Кто-то покупал евро, кто-то брал себе кучу бытовой техники, кто-то спустил все на кокс. Они думают, что они все такие разные, но на деле они одинаково слепые и недальновидные. Когда рубль пошел вверх, они первыми ломанулись избавляться от своих валютных запасов и кричать про многоходовочку Путина. Жалкие, глупые людишки, вы даже не понимаете, что в один день вы потеряете все! Но только не я. Никакая инфляция и никакое падение рубля не заберет у меня то, что я заработал. Теперь у меня есть все, что мне нужно. Идеальное вложение денег. Я гречневый магнат.